Глава района Валерий Венцель побывал в Видновской поликлинике для взрослых. Повод для визита был самый приятный – чествование лучших сотрудников медицинской сферы муниципалитета. На четвертом этаже в конференц-зале Валерия Николаевича уже ждали сотрудники Видновской районной клинической больницы. В своем приветственном слове руководитель местной власти отметил, что в жизни муниципалитета наступают новые времена. Мы постепенно возвращаемся в ту структуру, организации управления, которая у нас была в Советском Союзе, не самая плохая, то, на что мы сейчас равняемся. Почему? Потому что там в первую очередь ставилось самое важное, это организация самого процесса, и во главу угла ставился, конечно же, в первую очередь человек. Вот эта вот система управления, она позволит нашему динамично развивающемуся муниципалитету находиться на высокой планке, перед собой ставя цель вернуться к тому состоянию, когда муниципалитет входил в первую пятерку муниципалитетов Московской области. Валерий Венцель представил коллективу нового руководителя клинической больницы Бутая Гайдаровича Бутаева. А после они вместе вручили юбилейные медали лучшим медицинским работникам, среди которых Жанна Георгиевна Крапивницкая. Имею 45-летие города Видное, первую, вторая 50, третья 80, предыдущих три меняю на орден. Полвека эта женщина посвятила себя помощи людям. И после окончания мероприятия она спешила на работу. Всего в это утро медали к юбилею Ленинского района получили 30 сотрудников больницы. Очень приятное событие, чувство переполняет. Хочется, конечно, трудиться на благо Ленинского района. Коллектив Видновской районной клинической больницы всегда отличался высоким профессионализмом. После завершения торжественного мероприятия новый главный врач Бутай Бутаев сказал несколько слов о той работе, которая уже намечена на ближайшее время. Первое действие было это объездить все амбулатории, абсолютно все, ознакомиться на месте с проблемами и с их положительными моментами. Значит, еще очень важное, то, что, на что мы обращаем внимание, я в частности, это на доступность медицинской помощи населению. Соответственно, есть уже некие мысли и планы. В первую очередь, это все-таки узкие специалисты, которых не хватает на местах. Мы уже разработали график. Что это все начнет действовать со следующей недели. Есть у нас мобильные бригады, которые будут ездить в амбулатории.